У нас 8 гривно. 8.00, так, вау, на годиннику. Люди, якщо ви збираєтесь на роботу, то гарного вам... Це мабуть щаслива година, так? Так, так. А ну, а якщо у вас є хвилинка, то залишайтеся з нами, тому що у нас до студії «Guten Morgen» завітав незвичайний гість. Для того, щоб розповісти нам про ті речі, без яких ми, на жаль, у нашому житті просто не можемо існувати. Існувати. Так, тим більше, що ми всі прагнемо до того, аби цих от... папірців у кожного з нас було більше, більше і більше, але не всі ми знаємо, як правильно їх заробити, що ли, так? А ось що треба для того, щоб їх заробити, знає обізнаний на цьому наш гість, який сам себе зробив фінансово. Зустрічайте, Костянтин Кондаков! Саме так, підприємець, активний учасник фінансового ринку, незалежний фінансовий експерт та аналітик. Доброго дня. Доброго ранку. Дайте вашу долоню, можливо, так щось передасться мені ті фінансові якісь знання. Поки що маю дещо сказати для глядачів. Шановні, 205-44-88, наш студійний номер, дзвоніть нам за найкраще запитання. Ви зможете отримати одну з книг Костянтина. Ось вони, я вам зараз їх покажу. Ми маємо цілих дві. Тобто, слухайте уважно наше інтерв'ю, задавайте свої запитання. Одна з цих книг стане вашою. А як довго ви працюєте на фінансовому ринку, Костянтин? І в чому, в общем, полягає ваша фінансова діяльність? Ну, вже около 10 років я вивчаю этот вопрос. И 7 уже достаточно профессионально работаю. И 5 я работаю как финансовый аналитик. А я знаю про те, що окрім фінансової сфери, ви ще займаєтеся і соціальною темою, так? Розкажіть, будь ласка, так стисло, якщо можна, про свій проект «Добра справа», про соціальний проект. Я считаю, каждый бизнесмен и предприниматель, который зарабатывает, должен... Має ділитися, правильно? Ну, ні, мені здається, що християнська така філософія, десятина, да? Її ніхто не скасовував, правильно? Ну, для мене це не християнська більше, а більше моя, скажімо, духовна, душевна. От я стараюсь часть заработанных средств и часть своих ресурсов тратить на хорошие дела, на то, чтобы дарить людям позитив. Право. И на самом деле это явление очень развито в США, в Европе. Там намного больше люди прониклись этим явлением. У нас это пока в зарождении. И я считаю, вот, ну, может быть, мой пример для кого-то станет. А если не секрет, вот фонд «Добра справа», так, уже есть какие-то приклады, про какие, возможно, может, вы чем-то похизуватися, возможно? Ну, зараз вот, можно. Вот как раз это все делается не для того, чтобы хвастаться. Но сегодня можно. И фонд на самом деле создан уже очень давно. Около 6 лет назад, еще когда мы совсем молодые предприниматели с друзьями начинали свой тернистый путь, мы решили, что вот этот фонд будет существовать, и вот сейчас, буквально вот в последнее время, он получит значительное развитие, и те программы, которые будут запускать этот фонд, их увидят все. Они будут все украинские масштабы. Одну справу назвать. Ну вот на сегодняшний момент... Вы пышаетесь сами? На сегодняшний момент мы гордимся первой в Украине программой, которая будет пропагандировать вегетарианство. О, цікаво. Я сам вегетарианец, и вижу в этом очень много позитивного явления со всех сторон жизнедеятельности. Яку думку мають про це наші глядачі? Ми зараз дізнаємося, можливо, вони і не підтримують вегетаріанство, але мають до вас запитання. Давайте послухаємо. Алло, доброго ранку. Guten Morgen. Guten Morgen, як вас звати? Лена. Леночка, у нас Костянтин Кондаков в гостях. У вас є питання нашому гостю? Да. Так. Давайте. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, можно ли совмещать работу преподавателя и участвовать на форексе? А папа запрещает?
Нет, я уже преподаватель. Ага, так, можно? И мне интересно, смогу ли я? Вот теперь правильно, да? Безусловно, работать на Форексе может каждый, начиная от студента, заканчивая пенсионерами и людьми, которые ничего ранее не знали. Если вы в школе смогли решать уравнение с несколькими переменными, то на Форексе вы тоже можете разобраться и совершать сделки. Безусловно, для того, чтобы стать профессиональным трейдером, вам понадобится несколько лет, как и в институте. Но для того, чтобы освоить азы, достаточно. Я просто не зовсім зрозуміла. Дівчина хвилюється за те, що їй не буде вистачати часу або просто знань для того, щоб це робити. Я так і не зрозуміла, але все одно, дякуємо вам за дзвіночок. Ось ця книга. До речі, ти зараз можеш сама відповісти на цю таку темочку. Дивись, якщо не вистачає знань цій дівчині, то вона зможе їх отримати, да, з цієї книги? Учимося зарабатувати. Ця книга якраз для тих, кто хочет получить начальные знания. Это как средняя школа по Форексу. Прочитали и можете уже пробовать себя на рынке. Потому как многие успешные трейдеры и успешные примеры – это успех благодаря интуиции, благодаря собственному видению того, что происходит. Львиная доля успешных. Костянтине, маємо ще одну книжку вашу. Я так розумію, ну, судячи з назви, саме тут ви ділитеся, ну, мабуть, якимись секретами, так? І, можливо, навіть тут можна дізнатися про ось ці ваші і не тільки фінансові, а ще й соціальні якісь справи. Що можна знайти тут, у цій книжці? Как видеть і предвидеть ринок? Якщо ця книга – це середня школа, то вот вторая книга – это уже знания с института. Ага. Они уже позволяют анализировать, позволяют понимать, как те или иные явления влияют на биржевые котировки, как новости, как информационные поводы, заседания мировых банков, публикации экономических показателей влияют на рынок и позволяют уже трейдеру, который освоил технические навыки в первой книге, уже более профессионально управлять своими средствами и быть более точным в своих прогнозах. Я много слышал о курсах, на которые можно посещать. Ты правильно понимаешь, что вот эти две книги, в принципе, замещают посещение, и можно по ним научиться, ничего не посещая, правильно зарабатывать? В принципе, да. Прочитав ці книги, далі методом проб і ошибок, на кожній біржовій площадці існують віртуальні рахунки, на яких людина нічим не ризикує і може відточити повністю свої навики, свою торгову стратегію. В принципі, прочитати книги і далі пробувати. Нічого людину стоїть не буде, так? Нічого, так. Но существует один серьезный психологический фактор, вернее их два, которые вот отделяют профессиональных трейдеров от новичков. Так. Это первое – жадность и жажда наживы. Вот когда новичок-трейдер сумел преодолеть эти два таких серьезных таких факторов, тогда у него открывается совсем другое видение. Видишь, Вика, ты новичок все-таки. А вы, ну, безперечно, вважаете себя успешным финансовым аналитиком, так? И вот мне интересно, что самое надохнуло вас на написание этих книжок? Вам просто захотелось поделиться своим, ну, я не знаю, знаниями своими, так? Чи долучить до этой справы больше людей? Что было главной метой? Главным это то же, что и в создании благотворительных фондов, это стремление изменить наш мир, это повысить финансовую грамотность. Я вижу единственным путем развития нашей страны, ее экономики, это повышение финансовой грамотности в общем население и прохождение того пути, который проходила Америка, Европа и совсем недавно Польша, когда люди начинали инвестировать в фондовые рынки, они начинали инвестировать в экономику своей страны, вкладывать деньги в предприятия, и, соответственно, в экономике был бурный рост,
И потенциал в нашей стране, он просто огромен. И мне бы хотелось увидеть этот момент, когда будет этот рассвет, эти там, 5-10 лет, когда Украина начнет расти, как росла Япония. И, ну, к сожалению, в нашей стране книги издавать – это не совсем прибыльное дело. Поэтому это более, снова же, мой посыл вот, позитивный для изменения общества, для изменения людей, чтобы, в частности, молодежь получила возможность проявить себя, найти. Образовываться, да, в этом смысле? Смотрите, дорогие наши телезрители, у нас есть еще одна книга, и телефон наш остается неизменным, 205-44-88. Позвоните прямо сейчас, и у вас есть возможность задать вопрос нашему гостю, а также получить в подарок вот такую замечательную книгу. Это уже, как говорит Константин, высшее образование, да? А в мене таке запитання. Кажуть, що кохання і гроші люблять тишу. Як ви ставитеся взагалі-то? Ну, я розумію, як ви, в принципі, можете ставитися до грошей, а що ви можете сказати, в принципі, як до них мають ставитися люди, в принципі? Ну, щоб, ну, можливо, щоб якось помножити їх для кількість? Для мене, взагалі, любов і деньги – це нерозділимі речі. То есть вы бескорыстно любите деньги? Тобто гроші треба любити, так? Щоб їх було більше? Безусловно, щоб вони були, їх треба любити. И вообще, я считаю, что именно любовь в человеке, она лежит в залоге успеха. И, в принципе, действительно серьезные успехи вот, в мировом бизнесе, когда интервьюировали миллиардеров в Америке, они говорили о том, что именно любовь в их жизни, благополучная семья, вторая половинка, играли очень важную роль в их становлении. И я также придерживаюсь к этому мнению. И вот, когда меня спрашивают совета, я советую найти вторую половинку и искренне всем сердцем ее полюбить. И будет вам счастье. Да. Кохаймося. Это будет серьезная инвестиция для достижения успеха. У нас мы есть маем телефон, уже телефонный звонок. Так, алло, Гутен Морген. Доброе утро. Доброго ранку. Кто вы? Это Богдан вас. Беспокоит с самого утра. Нам надзвичайно приємно. Константин, такой вопрос к вам. Как молодому начинающему трейдеру, вот вы уже говорили сегодня про жадность к деньгам, про страх перед потерей денег, как переступить через этот страх, как переступить через эту жадность? Может, есть у вас какой-то профессиональный такой советик? Спасибо большое за вопрос. Дякуємо. Книга, в принципе, уже ваша. Так, возможно, так. Там вы найдете как много видите, ответов. Как видите, предвидеть рынок, она ваша. Вот, ну а теперь ваш ответ. Вопрос правильный, это самое сложное. Ну вы уже казали про то, что это методом проб и ошибок. Да, да? И это от этого самое никто не сложное, на самом деле, когда человек торгуют на демо-счете, которым ничем не рискуют, на виртуальные деньги. Многие достигают успеха, гораздо большее число людей. Как только они начинают работать на реальном счете, сразу у них возникают эти факторы. И тут больше не какие-то специфические знания, тут больше самоконтроль. Это, возможно, духовные практики, медитации, которые позволят постоянно находиться в ладу с собой. В дружбе с разумом, да? Да, в дружбе с разумом и контролировать эти эмоции, которые бурлят и не дают. Может быть, советом такая фраза, что не нужно оперировать сразу большими суммами? Вот сразу совет, если конкретно дать совет, то я бы посоветовал отрешиться вообще от того, что это деньги. Вот воспринимать их точно так же, как цифры на демо-счете, которыми когда-то были. Не цыганка так говорила. Злые отрешись, сынок. Это не деньги. Отдай сколько нам сюда. Ну-ну. На самом деле, ну, по крайней мере, я так делаю. И воспринимаю вот это как для меня, как это 100 гривен, как миллион. Вот я воспринимаю это просто как цифры. Просто легче відносити. И тогда, соответственно, нет этого груза над тобой. Потому как чем дальше, если
трейдер развивается, в него. Хотел бы даже цифра до того растет. Времени, когда я тоже не буду различать, где там 100 гривен у меня, где миллион, такое все. Бумага и все. Спасибо вам большое за то, что были сегодня у нас. Так, в нашей студии был Константин Кондаков. Фінансово незалежна і надзвичайно успішна людина. Дякуємо вам за ваші поради. Ми сподіваємося, що були надзвичайно корисними для вас, шановні глядачі. Дякуємо за ваші подарунки для наших глядачів. І від вас побажання такі ранкові, але такі фінансові, можливо, почути? Всім, для всієї країни. Улыбайтесь чаще, радуйтесь этому миру и успех, и финансовые награды, безусловно, придут в вашу жизнь. Не заставляйте себя ждать. Супер! Мы совсем скоро вернемся в эту студию. Дочекайтесь. Спасибо.